Женская сборная команда Амурского района по волейболу – победитель 23-го спортивного фестиваля ветеранов спорта Хабаровского края. Фестиваль по волейболу среди женских команд, посвященный 72-й годовщине Великой Победы, проводился в городе Хабаровске с 6 по 8 октября. В соревнованиях участвовали три команды – Амурский район, город Бикин и Вяземский муниципальный район. Не проиграв ни одной встречи, женская сборная команда по волейболу Амурского района заняла почетное первое место. Сборная Бикина на втором месте. И третье место по праву заслужил Вяземский район. Команды награждены кубками, дипломами, почетными грамотами, медалями Министерства физической культуры и спорта Хабаровского края.